В Москве планируют создать, цитата, «волостное молодежное правительство Ульяновской области». Такое предложение озвучил губернатор Сергей Морозов на встрече с новым председателем молодежного правительства Ульяновской области Дарьей Михайловой. Диалог состоялся накануне днем. Мы должны создать такое волостное молодежное правительство в городе Москва для активной работы с нашими земляками. Кто-то из них, получив замечательное образование, захочет вернуться. И мы будем способствовать тому, чтобы он вернулся. Как отмечает глава области, в таком посольстве региона в столице должны войти лучшие представители молодежной ячейки. К слову, информация о лидерах молодежного движения должна быть максимально доступной для всех. О достижениях и успехах активных представителей будет рассказывать так называемые профайлы в интернете. Аккаунты с насыщенным контентом – часть плана по подготовке к Всероссийскому съезду Ассоциации молодежных правительств, который пройдет в Ульяновске с 24 по 28 апреля. Мы будем принимающей стороной. В соответствии с этим у нас будут все субъекты Российской Федерации, где мы будем непосредственно обмениваться опытом, вбирать в себя лучшие практики и, конечно, рассказывать о наших самых сильных направлениях, которые есть, и в дальнейшем развиваться в еще большем ускоренном режиме. Главная задача, которая сейчас стоит перед молодежным правительством при подготовке к масштабному событию – создать конкурентоспособный проект. Именно его, как визитную карточку региона, представят на площадках съезда. Для этого в эти выходные для представителей молодежного правительства стартует образовательная сессия. Под образовательным блоком имеется то, что мы даем членам молодежного правительства Ульяновской области совершенно новые знания, новые умения, новые навыки для того, чтобы они смогли внедрять новые лучшие практики для нашего региона. Туда будут входить мастер-классы по самым разным направлениям. Это ораторское мастерство, проектирование и многое-многое другое. О дальнейших планах развития, об итогах работы за 2018 год Министерство молодежного развития часом позже говорили на заседании коллегии. С 1 апреля в регионе стартует школа социального проектирования, где будет усилена работа по подготовке форумной кампании. В 2018-м это направление по сравнению с прошлыми годами в регионе значительно просело. Более точной работы потребует и политика вовлечения в молодежную повестку региона «Работающей молодежь». Совет работающей молодежи у нас обновляется, ребята заинтересованы. Та программа продвижения, которая у нас работает с работающей молодежью, она и останется работать. Но и мы, конечно, запланировали большой-большой форум работающей молодежи в этом году. Сергей Морозов попросил заострить внимание молодых коллег на двух проектах – «Молодежная столица Европы» и «Молодежная столица Ульяновской области». В этом году региональным молодежным центром стал рабочий поселок Новоспасский. Программа подразумевает определенный результат. Как пример – приток молодых людей, увеличение количества счастливых девушек и юношей и строительство дома молодежи. Несколько лет назад мы, собрав молодежное правительство и проанализировав всю молодежную политику, пришли к пониманию, к плачевному пониманию того, что мы отстали на многие там, годы. В результате мы оказались, когда мы анализировали, на каком мы месте среди молодежных правительств Российской Федерации, на самом последнем. И тогда амбиции возобладали нами. И затрагивая вопросы рейтинга, у нас есть наш рейтинг системы ключевых показателей. Она у нас опубликуется где-то вот в ближайшее время, но я могу вам уже сказать, что точно ваш регион очень значительно поднялся в этом рейтинге. По линии Приволжского федерального округа вы 7-е из 14, поэтому я считаю, что это хорошо, очень хорошо. Помимо этого, федеральный гость отметил тесную связь районов и областного центра по работе с молодежью. Тому подтверждение – качественная работа специалистов. В этот день свои награды из рук губернатора получили лучшие сотрудники районов по работе с молодежью. Ринат Алиулло, Руслан Баталов, новости Ульяновской правды.